обзор отдельного номера. Городская баня, Нижнекамск, Камские бани для людей с ограниченными способностями. Вот это вот вход, коридор. Здесь есть телефон вызова администратора и дополнительных услуг. Информационная табличка. Сверху громкоговоритель для предупреждения об окончании времени. Справа сам узел с умывальником. Далее вешалка, гардероб, слева вход в бассейн, душ и сауну. Здесь можно заказать массаж, телевизор, картина и стол для приятного чаепития. Также там висят ценники на различные услуги: чай, солярий, массаж, и даны телефоны. Довольно-таки просторное помещение. Раздвижная дверь купе. Здесь вот слева поручень. Слева вход в сауну. Печь электрическая. Далее вот душевая. Зеркало напротив сауны. Наверху ведро, чтобы ополоснуть холодной водой. И классический душ с язычковым смесителем. Ну, а также пару предупреждений, что глубина в бассейне 1,2 метра, и туда стоит входить строго после душа, иначе штраф. Правда, я не знаю, как они это будут контролировать. Бассейн довольно-таки маленький, что ли, здесь. Просто окунуться, и пахнет хлоркой.